Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Лены Хэппи. Хотела я начать, так скажем, свое видео с того, что Лена в очередной раз подтвердила пословицу для бешеной собаки 7 верст не круг, приехав аж в другой город. Час езды в одну сторону, чтобы пойти на зумбу вместе с Любой Рид. Но, друзья мои, когда я увидела ролик, четырехминутный ролик у Любы Рид Олени Хэппи, у меня, честно, просто пропал дар речи. Когда наша куколка вышла из машины, наверное, обалдела не только я, но и Люба Рит, и вообще все те, кто смотрел все это видео. Леночка, видимо, настолько впечатлилась, воодушевилась тем своим похудением, что решила нам всем это продемонстрировать, так сказать, сразить нас на повал. Леночка, детка, у тебя получилось, я валяюсь, я валяюсь от смеха, ты меня уделала своим видом. Обтянув своей маечкой все, что можно и нельзя, выставив свои недостатки, в общем, все, что только можно на всеобщее обозрение, Леночка решила этим не ограничиться. И даже, да, для... И даже не надела бюзгалтер. И поэтому ее груди висели аж до самого причинного места. И ей доставляли огромное неудобство, перекидываясь с одной стороны в другую. она их поправляла рукой. Но неудобство испытала не столько Леночка, сколько Любарит, которой пришлось буквально вырезать, буквально кромсать весь свой ролик, оставив только 4 минуты. Минуты. Четырехминутным был ролик у Любы Рид. Любе пришлось заштриховывать Ленину бахчу и торчащие соски. Держите меня, семеро. Это, конечно, был трендец. Вот может кто-нибудь объяснить мне, зачем женщина, взрослая женщина 55 лет с огромными буферами идя в люди, тем более, друзья мои, на танцы, не надевает лифчик. Неужели ей кажется, что она сразит кого-то на повал? Но это не только некрасиво, висящее непонятно что, но и неудобно. Могу себе представить, что творилось на той самой зумбе. Там, наверное, арбузы вот эти катались, как мячики из стороны в сторону, а все присутствующие, те, кто должен был заниматься танцами, фокусировать свое, так скажем, внимание на как раз-таки тренере, все то и дело смотрели на то, что происходило у Лены. В общем, да. Есть такой момент очень многие женщины, похудев, начинают тут же натягивать э, что-то такое эдакое, так скажем, обтягивающее, не понимая, что порой выглядит действительно нелепо. Ну а теперь о Лене, о ее поездке в Оранж на Зумбу. Друзья мои, согласитесь, Полный бред. Ехать на танцы в другой город. Час уходит только на дорогу туда, час обратно, час там. И все это якобы ради прекрасного тренера. Понятное дело, что это было не только ради того, чтобы... Эм потанцевать вместе с этим тренером, потренироваться, да, но в первую очередь, видимо, Лена захотела сделать коллаборацию вместе с Любой Рид, да. Причем такой прикол, Лена явно была уверена в том, что она такая звезда-звезда, и была уверена, что ее сейчас кто-нибудь хотя бы узнает, но нет, Лену там никто не признал, ну и еще момент, знаете, вроде буквально, совсем на днях нам рассказывала Леночка о своей больной коленке, мол, не знаю, знаю, что делать. И, понятно, тут же сыпались советы от всех советчиков, и бац, Лена едет на танцы. Получается только всего-навсего бла-бла-бла, коленка и не болит вовсе. Я так понимаю, Лена продолжает жалобить своих подписчиков. Мол, не все очень хорошо, болит колено. Лена не знает вообще, что такое боль. Когда у людей что-то болит, колено, нога, они не то что танцевать, простите, они ходить не могут. Для них каждый шаг как по острию ножа. Но Лена, вот просто, знаете, стреляный воробей. Несколько месяцев назад она уже плакала, что буквально на шаг от инвалидности кресла. Насколько у нее болело колено. Помните, она даже название ролика сделано. Я почти в инвалидном кресле. Что-то такое, да? И бац, через пару дней наша Леночка чуть ли не отплясывала гопак на свадьбе у кубинской родни. Сказав, да я просто напилась рома и, мол, притупилась боль. Ну, Бред. Ну и после зумбы сказала, что она очень и очень устала. Все у нее болит, она не понимает, зачем она туда пошла, сама не понимает, зачем поперлась на эти танцы. Причем, вы знаете, больше ее заботит не то, что болит колено, а то, что у нее не получались движения танцев. В общем, да, доэкспериментировалась она с зумбой до такой степени, что не знает, будет ли она теперь спать ночью, говорит, не знаю вообще, что делать, настолько у меня все болит, в общем, да, как-то так. Осознала, что это все, не поверите, расплата за сосиски, за бургеры, за колу, в общем, да, за сытую хорошую жизнь. Знаете, друзья мои, о чем я подумала? Последнее время Лена так собой занялась, Стала худеть, сделала себе стрижку, пытаясь себя, так скажем, привести в порядок. Неужели все эти старания и все эти лишения ради родни? Ради вот этого старого, бравого солдата? Хотя нет, какой же он старый? Ну, не, да, всего-навсего, у них разница сколько там 5 или 10 лет, я не помню. В общем, да. Ну, не верю совсем, не верю, что все это Леночка делает ради родни. Вот ради здоровья, что она это делает. Тоже не верю, поскольку, знаете, она сама сказала, когда была у врача, о том, что сдавала анализы, в общем, получила результаты анализов, и там все у нее прекрасно, все замечательно, и все хорошо. Ради кого так старается наша Лена? Ведь даже, знаете, когда она была в браке с Вилли, причем она же уверяла, что она его очень-очень любила, да, и там действительно она что-то старалась, для него старалась что-то делать, она и тогда даже собой так не занималась. Ела все подряд, считая, что знаете, и так сойдет, и такой он ее любит. Не знаю. Возможно, опять же, друзья мои, конечно, это всего-навсего мои предположения, но я вот почему-то подумала, возможно, у Лены есть далеко, так скажем, идущие планы. И она таки хочет зацепить на свой крючок, на свой крючок, или вот, я не знаю, может быть, на свою вот эту вот уже бахчу, которую она стала выставлять нам без бюстиков, без всего, да, какого-нибудь состоятельного американца, мужчину, конечно же, да да, ради которого она вот так старается сейчас преобразиться. А может быть, знаете, может быть, конечно, маленький такой процент, но все же любовь к кубинцу не угасла. И она себя делает краше сейчас именно ради него. Да, подкараулит потом Вильяма где-нибудь, ну, вроде как случайная встреча, знаете, как в фильмах о любви, да, и вот, мол, посмотри, какая я стала, как я изменилась, без тебя я просто красотка. Бери меня всю без остатка, как говорится. Ну и опять любовь морковь, опять дружба народов и все такое. В общем, не знаю, не знаю. Гадаю, предполагаю, думаю, что же это такое может быть чему такие изменения с нашей Леночкой. Друзья мои, а что думаете вы по этому поводу, обязательно напишите в комментариях. Ну и, конечно же, как я всегда говорю, продолжение следует поживем, увидим, что будет дальше. Мои хорошие, у меня на сегодня все. Всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Ну и для тех, кто не подписан на канал, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Все, всех целую, всем пока.